Продолжаю обходить усадьбу. Видите, здесь уже все прогнило, развалилось. А здесь вот такая железная дверь. Интересно, что нужно было запирать такой двери? Конечно, не знаю. Такие деревья, кустарнички прям по периметру растут. Да, вот дверь, конечно, интересная. Зачем она здесь? Главное, она отличается от ворот, от парадных дверей усадьбы. Очень, конечно, не в тему она. Видите, здесь все деревянное. На главных воротах получается совершенно другой стиль. Здесь такое новшество, железная дверь. Очень странно. Ну, собственно, вот в таком местечке мы сегодня с вами побывали. Там подъехала какая-то машина. Очень интересно. Я надеюсь, мы не на чьей-либо территории. Но я думаю, что нет, потому что она в таком состоянии. Скорее всего, это не частная. Хотя не знаю.